Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Я уже вам как-то показывал коронирование на трансформаторе тока в электроустановке 10 кВ. Сегодня я хочу вам показать примеры коронирования кабельных разделок 10 кВ. Вот пример первый. Это у нас ячейка КСО, электроустановка 10 кВ. Вот наш кабель. Здесь у нас в ячейке установлен кабельный разъединитель. И подключен к нему, соответственно, кабель. Вот три жилы. И в разделке кабеля слышно коронирование. Слышите потрескивание? Визуально я не вижу, где это происходит, но, скорее всего, прям непосредственно в самой разделке. Здесь у нас разделка еще старого образца, то есть не термоусаживаемая, скорее всего, заливная. Сверху она покрыта лаком или компаундом. А также вся разделка и жилы обернуты в специальную такую ленту, коричневая лента. Она обертывается, потом кабель нагревается, и она как бы замоноличивается. Вот еще один пример коронирования на кабеле 10 кВ. Здесь кабель уже более новый. Здесь термоусаживаемые трубки, термоусаживаемая муфта. Тем не менее, коронирование все равно есть. Вот еще один пример. Здесь у нас старенький кабель. И вот тоже слышно коронирование. Видите, даже там лужа. Масло что ли давит здесь. Разделка старая. Кабельный разъединитель здесь у нас. Шины. Трансформаторы тока ТПФМ старенькие. Вот хотел бы вас спросить, как вы производите устранение подобного рода коронирования? Ну, у нас как делается? Мы выводим фидер в ремонт, соответственно, чистим жилы, чистим разделку, и сверху покрывают они кабельчики, кабель лаком. Ну, то есть убирают всю грязь, чтобы не было никакой ионизации, никаких токов стекания по грязи. В общем, чистят.